Чтобы я... Да, я тебя увижу по телевизору. Мы машины вместе даже нельзя видеть. Мужчина корчится от боли. У него перелом позвоночника. Сейчас Фархат Латыпов прикован к постели. Когда он сможет ходить, неизвестно. Водитель автобуса получил серьезную травму от пассажира. Полный автобус, пассажир, никто не помогал. Когда я уже... У меня сила-то кончилась, тогда уже мужики-то вышли, отняли его. Причина конфликта – отказ водителя остановиться в неположенном месте. Автобус следовал по маршруту 106D, а пассажиру, оказывается, нужен был 105-й. Он решил сам открыть дверь. На карьере автобус не останавливался, начал сигналить, нажимать на дверь и начал силом открывать на ходу, там, воздух спускать с пневмосистемы. Естественно, водитель остановился, вышел, и получился вот такой инцидент. Добившись своего, дебошир со спутницей хладнокровно покинули место происшествия, а водитель, несмотря на нестерпимые боли, повез пассажиров. А когда вернулся, кондуктор вызвал скорую. Как оказалось, у мужчины нет родных. Ухаживать за ним некому. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по причинению вреда здоровью. На мужчину, напавшего на водителя автобуса, объявлен розыск. Просьба всем, кто стал очевидцем данного происшествия, позвонить по номерам телефонов, которые вы сейчас видите на экране. Гульяна Нигматуллина, Рафаэль Ракипов, новости НТР.